Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби и все зрители моего канала. Сегодня буду обозревать такой вот индивидуальный рацион питания ИРП-5, рацион питания 5. Да, друзья, сразу хочу сказать, я уже попробовал данные ИРПы и остался очень доволен. Видео снять не успел, потому что сильно были заняты, не было времени снимать видео, но хочу сказать вам, когда вы на природе, нормально устали, то реально ИРП отличная вещь, чтобы перекусить, даже можно хорошо наесться. Мы втроем съели вот такой вот пакет ИРПа, кушали один раз, но все хорошо наелись, всем все понравилось, кроме колбасного фарша. Не знаю, будет он в этом наборе или нет, но вот колбасному фаршу мы дали из 10 баллов всего лишь 6. Остальное все, что было в ИРПе номер 2, нам очень понравилось, все довольно вкусно. И когда реально устал, некогда готовить, открыть, подогреть и покушать горячую еду на рыбалке, в турпоходе, вещь очень незаменимая и рекомендую. Сейчас вскроем данный пакет. Надеюсь, в следующий раз, когда будем на рыбалке, у нас будет время отснять видео по индивидуальному рациону питания, как мы его пробуем, как мы его едим, и поделиться своими впечатлениями. Ну и сейчас вот. В принципе, очень хорошая вещь, когда у вас лежит данный набор в машине, вы его с собой берете куда-либо на природу. Не надо волноваться об еде. Упаковка очень крепкая. Вот такая вот коробочка. И вот это индивидуальный рацион питания номер 5. Сейчас все разложим, высыпем и будем обозревать. Ну вот, друзья, разложил ИРП. Посмотрел его наполнение. Сразу хочу заметить, что очень хороший рацион питания номер 5. Так как гуляш с картофелем я уже пробовал, и мы дали ему 10 из 10. Реально очень вкусное блюдо. Срок годности до первого месяца 2020 года. В данных ИРПах, если вы видите, например, что годность указана до 6 месяца 2019 года, то, например, консервы в данных наборах с очень хорошим сроком годности. Здесь можно посмотреть 2020 год, все до 2020 года. Также в данном наборе присутствует говядина тушеная первого сорта, рис с курицей и овощами, шпик соленый, и вот, друзья, про фарш, который я говорил, что нам не очень он понравился. Как бы кушать можно, но 6 баллов из 10 фарш колбасный. А вот паштет нежный 9 баллов из 10 чисто даем. Очень хороший паштет, неплохо сделан. Икра из овощей. Пюре из яблок. Очень вкусное. И данное пюре нам очень понравилось. Вот такое в пакете. 10 баллов стабильно мы ему даем.
И также понравился плавленый сырок. Плавленый сыр написано на упаковке. Четыре пачки галет. Две ржаных, две пшеничных. Галеты на вкус, как безвкусный крекер. Шоколад офицерский. Здесь написано шоколад горький, но я скажу так, это что-то среднее между черным и молочным шоколадом. Не сказал бы, что он сильно горький, но нам понравился с кофе, с чаем, очень вкусно. Жевательная резинка. Жевательная резинка посредственная. 10 минут пожевал и все, и выплюнул. Но на природе, для того, чтобы очистить рот от остатков пищи, довольно неплохая жевательная резинка. Сделана в России. Растворимые напитки. Почему-то в этом рационе их всего лишь две штуки, а во втором и в третьем их было по три. Малина, персик, и они нам тоже очень понравились. Их сладкий, довольно приятный вкус, развести с водой, попить очень приятно. Витаминка, минеральный комплекс. Одна на сутки. Пакетик кофе. Два пакета чая индийского. И сухие сливки. В принципе, все, что вам может понадобиться за сутки перекусить, попить, здесь есть в данном наборе. Перец, соль также присутствует. Хотя мы вот все, что попробовали, нам нигде не понадобился ни перец, ни соль. Все довольно хорошо сделано. Салфетки, чтобы протереть руки. Также столовые приборы. В наборе 3 ложки. Один ножичек. Данными салфетками можно протирать и руки, и столовые приборы. И 3 салфетки простых бумажных. И также дается 60 грамм сахара. В каждом пакетике по 20 грамм. Но я скажу так, в принципе, здесь даже бы хватило 40 грамм сахара. Но лишнего не будет. Все можно использовать, все можно съесть. Данные наборы имеют место быть. Еще раз повторюсь, нам очень понравилось. И мы теперь будем их приобретать и постоянно брать с собой в походы и на рыбалку. Я сначала, когда приобрел первые наборы, думал, стоит, не стоит. Но после того, как мы их попробовали, реально наборы дельные, хорошие. Конечно, когда вы смотрите обозревателей, которые их пробуют дома, после того, как поели свиной окорок или запеченную курочку, и потом начинают пробовать эти ирпы, они им невкусные, не лезут. Ну, только так я могу сказать. Но когда вы на природе реально устали, реально вот вам хочется кушать, то наборы довольно вкусные. На этом, друзья, буду заканчивать свое видео. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь с нами на канале. Дальше будет много интересного.